У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч с символикой канала «Это реально интересно». Вот как он выглядит, получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды, это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы, поло, и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон. Взял кредит на FIFA 20. Да, я сумасшедший. И да, будет контент по FIFA 20. Но на моем отдельном канале Шубин Стрим. Там будут стримы и ролики по FIFA 20 в ближайшее время. Скорее всего, прямо сейчас идет стрим на моем канале Шубин Стрим по FIFA 20. Так что заходи и смотри. Фифку я уже скачал, даже немного успел поиграть в режим Вольта. Пожалуй, самый веселый и динамичный режим в этой игре. Кстати, в этом режиме классная музыка и есть даже русская озвучка, что, конечно же, очень порадовало мой слух. Просто кайф. Сейчас вы можете видеть некоторые кадры из режима Вольта. Круто ведь, не правда? Короче, любители футбола и не только, обязательно подписывайтесь на мой канал по FIFA Шубин Стрим. Ссылка есть в описании. Там буду открывать паки, катать ВЛ, строить свою команду и постараюсь подняться в самых низов в первый дивизион. Также будут вагеры со звездами. Может, даже какой-нибудь турнир по FIFA замутим. А долги по FIFA, конечно, нужно отдавать. Кому не жалко, можете закинуть свою посильную финансовую помощь по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Кто сколько может, каждого упомяну в отдельном ролике. Это моя история. История настоящего фаната виртуального футбола, желающего стать заметным фифером. Пожалуйста, поддержите меня в этом начинании и подпишитесь на мой канал Шубин Стрим. А я пошел стримить FIFA 20. Да, ребят, и подписывайтесь, кстати, и на этот канал, это реально интересно. Здесь будут в основном мобильные игры, но также будут периодически и компьютерные игры. Плюс какие-то еще интересные рубрики точно я придумаю и буду делать. Так что и на этот канал тоже обязательно подписывайтесь. С вами был Макс Шубин, всем удачи и всем пока!